А Фондово новости представляет 100 историй про удачу. Помню, я когда работал в органах внутренних дел, я не знаю, это или удача, или это счастье, я ночью выехал на пожар. И там находилось 2 или 3 баллона газовых. И я подошел к этому дому в форме, в фуражке, и взрыв. И рядом со мной упала вот такая плита, просто раскаленная плита от газового баллона, красная. Я подумал, блин, а все-таки могла в другое место упасть. Наверное, самая большая удача для меня в моей жизни – это то, что я нашел свою спутницу жизни. И мой второй брак очень счастливый. И думаю, что вот все, что происходит сейчас у меня в жизни, хорошего и позитивного, это происходит благодаря ей. Удача – это моя семья, это мои дети. Это самая большая моя удача в жизни. Мои друзья, которые вокруг меня, и люди, которых я ценю, люблю и уважаю. Делитесь историями своих удач на телеканале «Афонтово новости».